Маркет Карусель. Посмотрим, какие там цены, и купим что-нибудь из еды. Карусель работает с 8 до 23, и написано: защитите себя и оставайтесь здоровыми. С 12 мая вводится обязательно ношение масок и перчаток в местах массового скопления людей. Продавцы, маска, дезинфекция, мама в маске. Тут у нас есть магазин Хофф, но его полностью перекрыли. И он уже давно не работает. Оставайтесь дома, покупайте онлайн. Хофф 18. О, уже арбузы пошли. Прикольно. 139 рублей 99 копеек килограмм. 500 рублей арбуз, как минимум. Если не 1000. Лимончики подешевели уже. Все, есть и имбирь, и лимоны. Что тут написано? Мы делаем ваш визит гипермаркет максимально безопасно. Наше оборудование проходит санитарную обработку каждый час. Интересно. Манго 200 рублей. Что, килограмм. Тут уже нектаринчики есть по 200 рублей. Сливы по 190. Груши без ценника. И вот черешня уже появилась. Почем она? 450 рублей. Вот помидоры сливовидные. Сегодня скидка. 90 рублей килограмм. Ну так ничего, такие возьмем. Ценники на другие помидоры 230 рублей. А вот еще есть по 94. Но сливовидные лучше. Взяли 1,5 килограмма. Сейчас взвесим. 1,5? Да, 1,5. Яблоки по 73,99. Килограмм. Один 130 возьмем, попробуем. Хочется каких-то фруктов, а все дорого. Вот такой Ахмат мама покупала за 219 рублей. Пожалуй, возьмем еще одну пачечку. Пригодится. Косметика. Очень дорогие гели для душа. Вот, кстати, дешевле. Я такие все брала в Poundland'е. То есть это 80 рублей. Спа со скидкой 89. Мы купили за 60 в наборе подарочном. И вот такой шаум в подарочном наборе стоил тоже 60 получилось рублей. То есть хорошие мы наборы взяли. Вот в ленте мы купили вот такие два набора по 115 рублей. А здесь в карусели они стоят 228. Хорошая такая экономия получается. Но надо выискивать, где какие скидки, и считать, выгодно это покупать или нет. Чистая линия. В ленте мы купили 600 миллилитров. За 115. То есть тут дороже получается. Я же в Лондоне пользовалась вот таким шампунем. Трезема. Но они тут все маленькие. Я брала 900 миллиграмм. За вот такую же примерно цену. За 2,5 фунта. А тут 400 миллиграмм. И то со скидкой. А вот за эту цену я брала. То есть в два раза больше я брала вот за эту. За первоначальную цену. Такой иногда за 3 брала.
Маска очень хорошая, кстати. У кого волосы плохие, особенно с кератином. Это кератин? Кератин. Вообще, вот эта фирма очень хорошая для волос. Мне нравится, но не всем подходит. Вот такие пенки все для умывания тоже брала в Фаундленде. 80 рублей. А тут все такие цены. Обалдеть просто. Как люди в России живут с такими зарплатами? В Англии-то в 10 раз зарплаты выше, а стоимость товаров меньше. Будем искать или возить оттуда. Наверное, это будет выгоднее. Все равно же я в Лондон езжу. Правда, не сейчас, не в период пандемии, но все равно когда-нибудь граница откроется. И будем покупать товары. Причем качество намного лучше. Вот брокколи я такую покупала раньше за 129, по-моему, рублей. Сейчас она уже подорожала, 157,99. Нормально так. Значит, цветная капуста была, но ее сейчас нету. Круглый год была дешевенькая, тоже 119, что ли. Ну как дешевенькая? Для упакованной продукции. Так-то она вот за 134 и 127, но это, конечно, какая-то она не очень хорошего качества, кажется. Хотя, может, и нормально. О, яйца дешевые, вторая категория. Давай возьмем. Давай. 41,99. Ну, крупные они? Или совсем маленькие? Ну, нормально. Ну, маленькие, но нормально. Средних размеров. Ага. Нормально. Ну, поехали. Тортики. О, скучаю. Но, конечно, я набрала за время самоизоляции несколько лишних килограмм. Теперь отказываюсь от сладкого. Корзиночки мои любимые. А картошки, пирожного картошки нет, который... А, вот. Нет, это дорогой, это 218 картошка. А было тут по 152. Все дорожает. Крем-брюле круглый год брала килограмм. Раньше, ну, конечно, из-за этого набрала вес. 95-99-96 рублей килограмм. Вот пельмени недорогие, очень даже. Я не знаю, насколько килограмм 95-99. Ну, совсем дешевые. Давай попробуем. Выглядят они, конечно, не очень вкусно. Да? Возьми 1 килограмм. Да. А там, если распробуем вкусные, так возьмем еще. Вот так мы с мамой ходим по магазину и смотрим, где что купить подешевле. Сегодня мы находимся в магазине «Карусель». Что это? Ну, тут картошки же много. 400 грамм, 47 рублей. Одна картошка будет. Уверена? Ну, много грибов если, нарисовано. Если есть, ну, нарисовано, да. Но если есть картошка или что-то дешевое, туда накидают чего-нибудь дешевого. А, вон рис, ну, допустим, рис тоже. Ну, это все вот... Смотри, чтобы без картошки и без риса было. Лучше просто одних грибов возьмить. Ну, возьми, лечь себе, если тебе нужно. Один, я такой не буду. Вот лучше грибы взять отдельно, 400 грамм, 66 рублей. Ну, дорого. Ну, зато тут картошки нет. Возьми одну. Окей. Два безопасных метра. Отсчет. 2 метра. 2 метра. Тут что написано? Без защитных масок. В прилавочной зоне и на кассах не обслуживается. Ну вот так. Для старшего возраста покупателей обслуживает эта касса с 9 до 11 утра. Вот такие вот окошечки у кассиров защитные, чтобы никто на них не чихнул, не кашлянул. Ну, тоже самозащита. Вот на входе еще маски продают. Многоразовая, 200 рублей. Вот такая.